коды радахитона. Если честно, я боялась снимать их каждые 10 дней, потому что не думала, что они смогут у меня выжить. Сходы были очень уж прям такие малюсенькие, тоненькие. Раза в два, наверное, меньше, чем вот этот. Достаточно такие хрупкие растения, всходы. Я даже не верю, что из него вырастет полноценная лиана. Вот здесь уже достаточно видно хорошо появление первых настоящих листиков. Вот здесь еще нету зазубринок на листике вот у экземпляра. А у этого уже прям наблюдается вроде что-то похожее на взрослое. Этот у меня вышел поздно, и он где-то недели 2,5 не мог сбросить оболочку от семечки. А вот этот экземпляр у меня, получается, один листик семидолька выросла, а вот второй листик почему-то не вырос, не вышел. Но точка роста вторых листиков вроде бы наблюдается. Также их на солнышке, в тепле. Постоянно тоже, когда подсыхает грунт, увлажняю. До сих пор из пульверизатора, не поливом, аккуратненько. Ну и стараюсь, а также подрыхливать доступ воздуха, чтобы к земле, к корешкам был. Вот они интересные, они мохнатенькие. Я думаю, вам заметна ихняя мохнатость, чуть-чуть в таком ракурсе, да, видно. Ну, будем наблюдать дальше за их ростом.